Є такий дозвільний орган, що називається Центр із надання адміністративних послуг, абревіатура ЦНАП. Звучить громістко, але насправді має задачу полегшувати життя людей, хоча зазвичай багато хто їх побоюється, бо вважає ще однією бюрократичною ланкою. Чи так це сьогодні у Дніпропетровській області? Будемо слухати з цього приводу заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимира Юрченка. Добрий вечір нашому гостю. І так, давайте почнемо спочатку. Що ж таке центр оказання адміністративних услуг? Об'ясніть, що і з чим це їдять. Добрий вечір. Смотрите, центр оказання адміністративних услуг – это, по суті, своей сервісний посередник, между государственный посредник, между органом государственной власти, который оказывает те или иные услуги, и гражданином, который эти услуги получает. Ну, на самом деле, вот если мы, нужно ли это или нет, да, для чего это вообще, что это такое, с чем его едят и для чего это создано. Смотрите, то есть вот на самом деле подход к органам государственной власти, то есть что такое орган государственной власти, по большому счету, да, это некий орган, куда люди, граждане делегировали своих представителей для того, чтобы эти люди организовали комфортную, безопасную жизнь для граждан. Да? То есть вот мы к этому относимся именно так. И исходя из этого отношения, то есть все свои планы, все свои действия мы, естественно, как бы вкладываем этот принцип. Да? Потому что ну, в зависимости от того, какой принцип в твою деятельность заложен, ту или иную цель ты, соответственно, достигаешь. А в данном случае, когда мы говорим о ЦНАПе, это действительно государственный посредник, который решает сразу несколько задач. Задача номер раз. Он убирает общение между чиновником и гражданином. То есть это сразу отсутствие определенной коррупционной составляющей. Да? То есть человек идет на прием к работнику этого сервисного человек центра, идет, а не по сути, чиновнику. В сервисный центр для получения какой-то административной услуги. Угу. И человек не общается с чиновником. Работник центра направляет по установленной процедуре так называемым технологическим карточкам, да, взаимодействие между соответствующим предоставителем услуг и центром оказания административных услуг. То есть человек не общается с чиновником, раз коррупцию, составляющую коррупционную убрали. И второй момент, мы пытаемся организовать это так, чтобы в одном месте человек мог получить максимальное количество тех услуг, которые ему нужны. То есть вот раньше как было, да, то есть человеку нужна, например, справка в БТИ. Человек идет в БТИ, он узнает, где она находится, он приходит туда, да, и начинает он останавливает там жить. Да. Да, очереди, да, то есть ему продают какие-то талончики, то есть кто-то за какие-то деньги, и начинает с ними общаться. Когда ему нужна, например, справка на разрешение, там, допустим, какой-то торговой точки, да, или регистрация недвижимости, или регистрация субъекта предпринимательской деятельности. Да, я думаю, ну, ведь совсем недавно была ситуация, когда мы видели огромные очередя в регистрационных службах, да, которые были подчинены Министерству юстиции. Когда человек захотел зарегистрировать предпринимательство или субъект предпринимательской деятельности, он шел в соответствующий орган регистрации и подавал там документы. Да. Мало того, есть целая куча формальных процедур, например, подтверждение юридического адреса или подтверждение каких-то регистрационных данных субъектов предпринимательской деятельности. И когда подходило определенное время отчетности, в регистрационные службы выстраивались очередя, опять-таки продавались талончики, опять-таки за срочность платили деньги. Ну и я не думаю, что это было комфортное общение для граждан. Ну вы говорите в прошедшем времени, то есть я так понимаю, что сегодня этого нет. Еще такой момент, вы сказали, коррупционная составляющая исключена, да, поскольку чиновник, работник сервисного центра не может, например, а у него выхода нету. Смотрите, у него деньги. Его регламентирует его инструкция. То есть человек, вот смотрите, как сейчас... Он же тоже может затянуть, там как-то отправить еще раз. У них есть четко установленные сроки. То есть человек, обратившись в центр оказания административных услуг, да, он подает соответствующую заявку или оформляет заявление, подает документ, и он четко понимает срок, в течение которого он получит ответ. И уже как организовать работу и взаимодействие между ЦНАПом, между государственным органом, его же это уже абсолютно не касается. Мало того,
того, есть так называемые личные кабинеты, да, то есть человеку дается определенный номер, определенный пароль доступа, и он, войдя на соответствующий сайт, может попасть в свой личный кабинет и посмотреть, что происходит с его заявкой. Отследить движение. Я к чему спрашиваю? Это вот то, с чего когда-то Саакашвили в Грузии начинал, он там с коррупцией боролся, да, и вот прозрачные строились эти центры, я была когда-то несколько лет назад, якобы это вообще так и символически говорило о прозрачности работы государственных органов. Ну, вообще, на самом деле, это действительно прозрачность работы государственных органов. Например, смотрите, вот если брать по аналитике, да, вот сегодня у нас в Днепропетровской области работает 40 ЦНАПов и 9 филиалов этих ЦНАПов. Например, вот возьмем Днепродзержинск, да, то есть есть центральный офис ЦНАПа. И есть два филиала для удобства людей. Они размещены один на левом берегу, второй на правом берегу в труднодоступных районах. То есть человеку для того, чтобы получить какую-то услугу, ему не надо искать орган, ему не надо ехать в центр города, да, то есть он максимально выбирает удобное расположение и идет туда. Все услуги вот в этих трех, условно говоря, местах оказывается однотипно, то есть по единой процедуре. Там есть электронная очередь, талончик. Смотрите, там есть, ну, на самом деле, вот я просто участвовал, то есть меня приглашали на открытие днепродзержинских ЦНАПов, ну, на самом деле это впечатляет. То есть впечатляет, начиная от того, что ты попадаешь в определенную организацию, да, такое ощущение, что ты покопал в хороший, дорогой офис каких-то предпринимателей. Правда, да? Да, это то есть там хороший ремонт, там рецепция, там электронное табло, там приветливые, улыбающиеся люди тебя встретят, предложат тебе там чай, кофе, объяснят весь спектр дополнительных услуг, которые у тебя есть. Там есть Wi-Fi, там есть там горячая, ну, то есть есть кофе, есть бойлеры, есть возможность оплаты в банкомате, если тебе необходимо какие-то получить, совершить платежи. Кроме того, там есть информационные электронные стойки, где ты, например, нажатием на кнопки видишь весь перечень. То есть тебе не нужно думать, зачем ты пришел. То есть тебе задается вопрос. То есть, сразу тебя направляют, потом более детализируют с таким вопросом, с таким, ты нажимаешь на кнопочку, получаешь талончик, твой номер очереди высвечивается на табло, и как только приходит твоя очередь, проходит, ну, максимум, ну, не знаю, там, 5, от 5 там, до 10 минут максимум, да? Супер, ты подходишь к окошку и получаешь то, что тебе необходимо сделать. Какие услуги сегодня доступны смотрите, вот, для получения в таких центрах? 176 услуг по Днепр. Продзержинску, 174 услуги по Днепропетровску. Это, назовите самые основные, например, которые были наиболее проблемы. Регистрация недвижимости, да. Получение справки 6ЗЕМ при земельных отношениях, регистрация земельного участка, присвоение кадастрового номера для земельного участка. Паспорт регистрация бизнеса, получать? Да. Паспорт. Паспорт – это отдельная история. Мы уделили этому отдельное внимание. И, например, на начало года, то есть, ну, в 2016 году практически все, ну, очень многие услуги миграционной службы, да, ДМС, так называемые, они доступны через наш ЦНАП. Вначале мы ввели эти в 22 ЦНАПа, которые подчиняются райдержадминистрациям, и затем к этим ЦНАПам присоединились городские ЦНАПы, которые также оказывают услуги по миграционной службе. Да? То есть это начиная от регистрации места жительства, когда мы меняем, прописку. Когда кто-то ну, так называемая прописка. Были проблемы недавно с пропиской, были очень большие проблемы, были очереди. Были очереди, это были очереди в городских ЦНАПах, когда они только находились еще в состоянии организации. Сейчас этого нет? Сейчас нет. Мало того, я вам скажу, вот характерный пример, когда к нам приходит из отдаленного района, представители территориальной громады говорят, а вы знаете, вот у нас, конечно, жителей не очень много, там около 1400 или 1500 человек, но вот мы хотим для них сделать ЦНАП и заключить договор там, ну, или подписать там соглашение с миграционной службой для того, чтобы сделать им проще получение паспортов, регистрация места жительства там, и так далее и тому подобное. Ну, это же здорово на самом деле. Конечно, это замечательно. У меня вопрос, кто работает в этих центрах, где вы взяли средства для... Это же средства, да, для ремонта, во-первых, для открытия этого здания, и потом там персонал, его нужно обучить, да, и смотрите, нужно оплачивать. Ну, на самом деле, то есть у нас есть три или даже четыре
вида, или вернее как ЦНАП-1, но 4 подчиненности. Да? То есть есть ЦНАПы, которые относятся и созданы при райдерж-администрациях. Это одна категория ЦНАПов, и они действуют за счет бюджета района, да, за счет дополнительного финансирования, там, за счет каких-то программ органов местного самоуправления. Есть ЦНАПы, которые созданы органами местного самоуправления, городскими советами, да, и городской совет принимает решение о финансировании этих ЦНАПов, закладывает соответствующие там, деньги в ремонты или в строительство отдельных как бы, зданий, и, соответственно, на обучение персонала, соответственно, на там, оборудование, да, там, ну, зарплата есть, в конце концов, да, чтобы не было той проблемы, да, которая в Одессе получилась. Плюс, смотрите, у нас есть международные гранты, и очень часто иностранные доноры, если ты показываешь о том, что ты реально и действительно можешь сделать очень полезные, хорошие вещи для, в социальной сфере, да, они готовы на это тратить деньги. Ну, гранты, они же заканчиваются. Гранты заканчиваются, но хорошо, имущество созданное, да, или проект, который запущен на эти гранты, они остаются. Вы понимаете, почему я спрашиваю? Потому что есть печальный опыт Одессы. Тоже деньги, тоже гранты, тоже красивый ремонт. Я не хотел бы оценивать печальный или там не печальный опыт Одессы. То есть это определенный опыт. Знаете, хуже обстоят дела там. То есть тут не ошибается тот, кто ничего не делает. Да? Да. То есть лучше что-то сделать и ошибиться, и сделать выводы соответствующие, чем сидеть и перекладывать бумажки с одного места на другое. То есть такого не получится, что персонал готов работать, а там денег на финансирование элементарно на зарплаты. Смотрите, у нас же мы пошли по пути следующему. Да, то есть у нас мы не создали одну какую-то непонятную структуру на каких-то там принципах работы и всех загнали в одно место. То есть мы пошли по разветвленной сети ЦНАПов, по увеличению их количества и территориальной доступности максимальному количеству людей, которые проживают у нас в области. То есть это основной как бы, приоритет. Кроме того, что тоже вот в чем наша особенность, да, у нас есть такое волонтерское движение, как iGov. Прекрасно слышали, да, и Дмитрий Дубилет, который является советником губернатора Валентина Резниченко. Так вот, система iGov и возможность получения услуги онлайн, вот то количество онлайн-услуг, которое есть у нас в области, опять-таки, ни одна другая область и близко к этой цифре не подошла. То есть мы вот передовые везде, да, и так вот, тихо, в общем-то. Но, знаете, когда приезжал министр юстиции Павел Петренко, да, он вообще назвал, говорит, у вас Днепропетровская область как какой-то островок электронной демократии, да, вот именно под ЦНАПом мы разговаривали, делали разные проекты и презентовали там определенные проекты. Смотрите, вот, например, мы запустили, я просто вам расскажу историю, чтобы был понятен, это действительно, показатель и, характерный подход. Значит, вы помните, я до этого говорил по поводу регистрации бизнеса, регистрации предпринимательства и, соответственно, внесения изменений там, в учредительные документы субъектов предпринимательской деятельности. Еще больше, чем полгода назад у нас возникла идея перевести это в онлайн-режим. То есть предпринимателю не нужно идти посещать чиновников, то есть ему достаточно, обладая там электронной цифровой подписью или проведя там идентификацию через банк ID, да, то есть, которая удостоверяет полностью его личность, предприниматель регистрирует субъект предпринимательской деятельности и получает как бы весь пакет документов и может там буквально на следующий день опять-таки в электронном режиме открыть счет и работать. Получилось, сделали, работали. Да, мало того. Регистрационные действия в свое время совершала регистрационная служба. И вот по законодательству, когда появилась возможность и функции регистраторов государственных были переданы в районы и стали они подчиняться райгосадминистрациям и органам местного самоуправления, помня нашу идею, мы сразу же ее запустили. И с первого дня работы регистраторов при райгосадминистрациях. У нас были пилотные проекты с Васильковской райдержадминистрацией, с Сарычанской райдержадминистрацией и еще с одной, там не помню, тоже вот в том районе. Так вот, с первого дня работы эти регистраторы этих администраций начали регистрировать бизнес. Причем это все, опять-таки, запараллелено через ЦНАП. Почему ЦНАП? Потому что положение о ЦНАПах прописывается тем органом, который утверждает и принимает решение о его создании.
Например, количество и перечень услуг и технологию оказания этих услуг принимает орган местного самоуправления. То есть мы не связаны здесь с какими-то нормативными документами, законодательными актами. Да, вот здесь как раз вот то правило, когда то, что не запрещено, то разрешено. То есть мы на местном уровне, принимая те или иные распоряжения, можем наделять свои структуры теми или иными полномочиями в рамках закона. И вот смотрите, законом не предусмотрено принятие в электронном виде заявки на регистрацию бизнеса. А в ЦНАПе мы прописали такую возможность. И человек, который обращается с электронной заявкой, он обращается с заявкой в ЦНАП, а не напрямую к органу, которому не прописана эта процедура. А на уровне общения между ЦНАПом и соответствующим органом путем внесения как бы вот всей процедуры взаимодействия и обмена документов мы прописываем, что в орган документы как попадали в письменном виде, да, или там в каком-то... Да, они так и поступают. Они так и поступают. Но человек этого не чувствует, и человек сидит дома и регистрирует свой бизнес. Только онлайн делает. Да, смотрите, интересно. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Окей. Я хочу спросить, сколько, есть ли цифра, сколько людей уже воспользовались этими услугами? Смотрите, на сегодняшний, я уже сказал цифры, да, по ЦНАПам, по количеству. Да, да. Вот у меня есть просто графики, да, вот на сегодняшний день... Это идет, это работает? Вот 9 там, или сколько там, 10 месяцев этого года, 2016, через ЦНАПами по Днепропетровской области было оказано 335,5 тысяч административных услуг. Супер, да, это большая цифра. На самом деле, по сравнению с таким же периодом прошлого года, было оказано 185,3. То есть это практически в 2,5 185,3 и 300, практически растет, в два раза. Растет количество, практически в два раза. Мало того, да, смотрите, вот напоследок просто интересно, да, то есть это вот как конструктор, который можно постоянно усовершенствовать и наворачивать. Вот мы сейчас хотим пересмотреть и сделать единую базу электронных услуг. Мы хотим модернизировать эти услуги, да, и сделать единообразными их по всей области. Сейчас разные ЦНАПы оказывают разные перечни, своих услуг, да, вот мы хотим сделать единую базу, их всех объединить в единую, как бы, электронную систему, для того, можно чтобы единообразное где, что применение любой услуги было одинаково на территории всей Днепропетровской области, в любом районе, в любой местности, где бы человек ее не получал. Мне кажется, это очень прогрессивно. Единственное, что вот нужно побольше об этом рассказывать, потому что немногие люди об этом знают и по-прежнему ищут те организации, куда нужно идти по привычке. Да? Приглашайте нас, мы поэтому готовы больше нужно об этом очень рассказывать. Многие вещи, может быть, да, такая пиар-компания должна Конечно. Быть более широкой. Спасибо большое, желаю вам удачи. Пусть вот этот проект работает и приносит радость и облегчение людям. Вам спасибо. Спасибо.